наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, мы рекомендуем вам, всем, кто смотрит наш канал, смотрит наши видео, провести небольшую практику. Ее нужно провести с 1 по 3 марта в любое время, в любой день в этот период. Нужно провести эту практику с солью для очищения вашего дома от негатива, от ссор, от проблем, которые есть в вашей жизни. Почему именно в этот период? Ну, во-первых, у нас с 1 по 3 марта это начало весны, это начало прилива энергии в нашу жизнь, уже сама природа, земля начинает по-другому выдавать потоки особые, поэтому и мы обязаны и должны также очиститься и к приходу уже настоящей весны. Ну и, друзья, конечно, вы знаете, что соль это является одним из магических инструментов, который может впитывать негативную энергетику из окружающего нами пространства. И, друзья, поэтому эту практику достаточно легко предлагаем вам провести в домашних условиях для того, чтобы прогнать дурные мысли, проблемы, очистить свое пространство и, конечно же, для того, чтобы заполнить свой дом добрыми вибрациями. Итак, приступаем. В период с 1 по 3 марта мы проводим практику. Вам понадобится 3 щепотки соли и бумажная салфетка. Итак, в любое удобное время вы берете с собой салфетку и соль в тарелочке. И вам нужно будет проговорить шепотом следующие слова. Силой, наделенной Творцом, необыкновенной силой я прошу из дома своего энергию недобрую, злую, застойную, грязную прогоняю, и в соль я ее заключаю. Соль все дурное примет и без остатка растворит. Мой дом наполняется благостной энергией, да будет так истина. Далее берете первую щепотку соли, кладете в салфетку и далее, друзья, говорите следующие слова. Негатив из дома прогоняю, добро процветанием в свой дом приглашаю, любовь и радость призываю, да будет так истина. Далее, это нужно, друзья, сделать 3 раза. После этого салфетку заворачивайте в плотный кулек, но главное не порвать. И оставляйте на ночь в коридоре, максимально близко к вашей входной двери. И на следующий день вы выносите салфетку из дома и оставляете ее под любым деревом, желательно, чтобы подальше от людей, со словами «Благодарю силы высшие за помощь». Салфетка наша быстро растворится и не оставит после себя мусора. А тот кулек, в котором была завернута наша салфеточка, вынесите на мусорку.